Продолжение хоккейной темы. Старт суперсерии с юниорами из Канады не удался. Молодежная сборная России по хоккею провела уже две встречи с лучшими хоккеистами Лиги Квебека. В первом матче россияне потерпели поражение со счетом 2-3. Результативной передачей отметился ярославец Владислав Гавриков. К сожалению, повторная встреча также не принесла успеха. В третьем периоде юные канадцы все-таки дожали нашу команду. Итоговый счет 4-3. Сегодня команда Михаила Варнакова сыграет с соперниками из Онтарио. Турнир продлится до 28 ноября.